Только я что-то... Ох, моя любимая задержка. Мамочка. Ну, в смысле, вы поняли, о чем я, друзья мои. Это Ган-Ган-Ган-Ган-Ган-Бист. И тут, по-моему... Что делаете? Я хотела сказать, что у него рожки. Это... Слушай, что у него на голове-то? Ты какой? Ты какой? Я зеленый в плаще, походу. Меня сбросили! Нет. Дежуля. Я зеленый динозавр. С японским ником этот Пен Пен Эппл Эппл Пен. А, не слезла! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Тихо-тихо-тихо-тихо! Нет, ублюдыш! А это вода? Я думал, там песок. Там, по-моему, вообще облака. Отпусти меня, розовая лисичка. По-моему, это какая-то лютая наркомания. Я дёрну тебя. За ту косичку. Ты забыл сказать, что это Ганбист онлайн-версия. Да. Нет, я сказал. Люди уже поняли, наверное. Только они не поняли, кто за кого вообще играет. Вообще-то это уже не мы, мы уже умерли. У меня, кстати, такая же прическа, вот как у того чувака по утрам примерно. Такой же хайрочек. Угу. А потом фиг тебе заставишь причесаться. Ой, он яйцами ударился? Че это за звук был? Я тоже люблю тебя. Ой. Как там пела Уитни Хьюстон, да? Или там мы вместе любим тебя навсегда, что такое, да? I will always love you. Да. Бросай ты его уже, твою мать. Все, это тебе не Пен Пен Эппл. Ох, какой он близкий. Какой он близкий? Да. Он как сосиска. Давай, 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 смотри. Что это за эротика? Трахен-трахен. Что происходит? Что происходит? Ты знаешь, если бы это комментировали, как будто это футбольный матч. Давай. Итак, розовая лиса прямо убегает сейчас от непонятного голубого мужчины. Что он делает? О боже, вы только посмотрите. О, захват свой подвыпервит, там переворот ногой и пук. И все, лиса прощается с жизнью. Давай, ножки, ножки, мочи ноги. Ножки намочены. По-моему, это скорее ты уже комментировал не футбольный матч, а какой-то этих. О, смотри, Пен Пен Эппл Эппл Пен. Похоже? Ничего не понятно, это точно так же, как Дерула. Кто? Ну, Джейсон Дерула, я помню, как ты его напевал. Совсем не похоже. Ну, там ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Какой? Какой ту-ту-ту-ту? Он же пел ту-ту-ту-ту, я Дерула. Нет, он такого не пел. А с кем? Я же не могу ни с кем путать. Он же говорит, он поет. Я Джейсон Дерула. Ты Джейсон Дерула? Так, где наша next map? Я не знаю, загружается, видимо. Так, так вот, кто с нами, получается, играет? Я, как ты думаешь, кто есть кто? Кто розовая лиса? Я не знаю. О, загрузила. А у меня дисконнектед. Печалечка. Ладно. Нет. Конфирм. Так подожди, я сейчас, наверное, вас найду. Нас только твой здесь. Потому что вы вылетели, наверное. Пресса не Ким, мне опять надо заново. Сейчас... нет. Давай пересоздадим тогда. Давай. Давай. Как выйти отсюда? Прекрасно. Это действительно прекрасно. Даже уличка! Даже уличка, помоги! Помоги, блядь! Как ты могла победить? Объясни мне, пожалуйста, ничего не делай. Я просто отошла. Я просто отошла. Отошла. Отошел. Дашулька шла, шла, шла. И просто отошла. Тут как-то странно кидает иногда, по-моему, с одного. О, нет, мой самый нелюбимый сервер. Ой, сервер. Я люблю арену. Арена это всегда няшно. Да, правильно делаешь. Какого хера, имбецил ты, зеленого цвета? Мы с тобой опять какой-то мадагаскарский сервер выбрали. Мадагаскарская сосиска. Интересно, есть Мадагаскар? Я знаю, тараканы у них прикольные. Всегда мечтал попробовать. Кто тебе сказал? Бля, нет. Это мой родной. О, давай, Дашулька, правильно. Правильно? Так я ж правильно делала. Ты делала правильно, я сделаю еще лучше. Так, иди сюда. Ох, какая тут, давай, какой давай, тут сюда, пинга. Куда? Ты понимаешь, что я тут... Пен, Эппл, Пинг. Тихо. Что за ты танцы? На попе проехала няшно. Тебе не больно? Давай, держи меня. Да, давай, выбрасывай же ты его, дура Лео, набитая. Лео, не надо выбрасываться. Титаник, это не конец жизни, Лео. Я... Почему ты это хочешь делать со мной? Объясни мне, мать твою. Ты станешь очень популярным актером, Лео, и ты получишь в 15-м году Оскар. Не умирай, Лео! Да давай же, сдохни ты уже наконец-то. А помнишь, была песня «Сдохни, мразь»? А, нет, это «Черный плащ», извиняюсь. «Черный плащ», да, ты перепутал немножко. Только свистни, и он появится. «Черный плащ». Так, отпусти девочкам меня. Девочкам он очень нравится. Что? Отпусти меня. Я не буду тебя пускать. Ребят, объясняю, в чем прикол всего мироздания. Дело в том, что жесткая задержка. Да, очень сильная, потому что я только начинаю нажимать на кнопки, а он еще все еще идет. Канаты похожи на вкусные шнурки. Ты ел когда-нибудь в детстве шнурочки? Я видела веселые шнурочки, я помню эту наркоманию. А, не надо. Че ты дергаешься? Пусти меня, отпусти меня! Нет. Не надо. Нет. Нюхай. Олежа...
Кошулька, занюхай ее. Занюхай. Леша, что происходит? Ты что, хочешь? Что ты хочешь? Что происходит? Что делаешь со мною? Отпусти мое ухо. Это что было за... Я не буду отпускать твое ухо. Отпусти мое ухо. Держись, давай. Ты порвешь мне костюм. Да что ж такое? Давай. Ты же сдох уже, ну. Я не сдох, я не отпущу твое лицо, понимаешь? Нет, отпусти меня. Нет. Ну как? Объясни мне, как это вообще получается? Что? Я просто не лиса знаю, wins. Линс, лиса всегда wins. Нет, ты посмотри на мою аватарку. Ты видишь это прекрасное, радостное лицо лягушки. Это грусть. Она забыла, видимо, поцеловать своего принца. А может, просто принц прошел мимо? Я в детстве даже как-то поверил разок, что если лягушку поцеловать, то типа... Девушку найдешь. Ну не девушку, так, все, я не буду развивать эту тему. Это слишком зашкварно и по-школьному в то время. Ну давай расскажи, а то мы все были школьниками, Олежа. Я понимаю, но у нас было очень наивное школьное детство. Нет, не надо бросать меня в мясорубку, я хорошим был. Ташуль, пожалуйста. Ты у нас, как знаешь, как зеленый эльф, Гринч. Нет, не надо, пожалуйста, не надо. Представляешь, это поддержка Ютуба такая. Я не хочу быть начинающим летсплейщиком, пожалуйста. Я хочу снимать влоги, как Ивангай. Вы снимаете всякое говно. Пожалуйста. Ну, отпустите меня. Вы снимаете всякое говно. Нет, я не буду больше снимать про своего кота. Пожалуйста. Ваши 250 роликов с котом уже всех достали. О, да. Блядь. Ну я же держался. Ну я же хотел. Мало ли чего. Походу, ты там я захотел. Немножко прозрел. Боже, наконец-то мне везет. Да. Я предлагаю еще одну игру и подключиться уже к ребятам каким-то. Да, жалко, что к нам сейчас никто не подключает. Но там очень много этих серверов. И я не знаю, по каким критериям их отбирают. Как. О, нет! Весь кайф как раз в том, что есть дикая задержка. Я еще, понимаешь, я уже отпустила кнопку, а я все еще иду. Что ты там ого-го делаешь? Ого. Так, а ну интересно, а если я вот. Ты что ломаешься? Тихо. Давай, держи ее. Так я держу, подними ее, подбрось. Видишь, под... она там ножками. Блин. Давай. Держи, да, переворачивай. Так, сейчас, подожди. Это не так легко делается с такой задержкой. Ощущение, что 20 джика какую-то лестницу спиздили. Или, знаешь, кровать, вот это основа кровати. Кровати, да. Ой, я помню, у меня такие были кровати на даче. Давай, Дашулька, давай. Так, давай же. Ну, отдай мне, так ты ее подпихни, Ну как так-то? Ну как так-то? Объясни мне. I believe I can fly. Какой I can fly? Ты I can fly. А как я помню, один раз шутканул школьник в Амели Вакенфла. Да, у меня есть скрин, если кто-то посмотрит. Амели Вакенфла, что-то такое он сказал. Амели чего-то, да. Амели, да. Как Курт Кобейна, практически то же самое. Амели Вакенфла. Ватафак. Ватафак? Так, а ну иди сюда. Слышь, ты, ватафак, иди сюда. Ватафак, иди сюда. Ты что ж тут такая задержка? Я могу просто подойти к тебе. Задержка. Угар. Гэмбис показал я. Ты что такой жирный? Нет, как я поезд не понял. Пассажирный. Блин. А, нет, неправдочки. Это неправильно. Нет. Хорошо было. Чувствуешь боль? Такой звук так был. Включи-то кому-нибудь уже. Ну ладно. Так, что-то мне это не нравится. И шалом, Ютуб, это продолжение Гэмбист. Я оделся так, как ой, надо. Ой, я тут чего-то этот конус начал чпокать. У меня задержка минимальная. Серьезно? Что вы там делаете? Я вам подарок принесла. Дашуля, что это за конус? Налейте мне вина, господа. Ой, нет, тут задержка адская. Налейте мне вина, давай станцуем до утра. Сейчас котика у этого. Ты видишь, что я представитель местной греческой флоры и фауны? Я представитель местных банек. Я даже красный как рак. Слушай, у нас лисичка этот под нами проходит. Что ты меня таскаешь? Шальные люди меня таскают. Шальные люди шепчут во тьме. Ты бухой, Олежа. Я буду жить сам по себе. Тихо, давай ты сброшу, Дашуль. Нет, давай я тебя. Вообще-то я тебя несу, поэтому сбрасывать буду. Не надо меня нести. А где наш четвертый товарищ? Хрена себе ты это самое. Нет. Дашуль, смотри, я могу дудеть. Я тебя за глаз взяла. Мистером Дудцом. Дашуль, я могу дудеть. Нет, не надо. Я буду дудеть. Может, меня это... Смотри, как я... Нет! Я жива. Привет. Нет, я не жива. Сейчас. Не выбрасывай меня, придурочный ублюдок.
а живой? Я жива. Я живой, я живой. Уже я не жива. Вроде победил. Ну ты вредный красный. Че ты лег? Вредный красный петушок опасный. Вредный красный петушок опасный. Чувствуешь, рэпчик? Если бит наложить, это будет классно. Туц-туц-туц. Нет, туц-туц, это можно в какой-то еврейской семье при поедании мацы так делать. Я не слушаю ваш рэпчик. Драку рыбы, чтобы сделать форшмак. Что ты курил сегодня? Ты я курил Тархаймы. Вот именно что. А нас уже пятеро? Встретились как-то Фима. Ой, это не Фима, блядь. Ира Фима. Что? Серджи Джона Твинс. Какого хера? Почему он тоже спрыгнул? Оп-оп. Серафима, оп. Это гейская у нас, это, как она, Херовима? Семья? Нет, это песня, я забыл. А, Хероина, вот. Какая Хероина? Хаванагила? Оп-оп, Хероина. Ну ты ж слышал этот трек, я говорю, оп-оп, Хаванагила. Бля! Нет. Нет, Олежа! Подожди, почему меня выбросило? Меня тоже, а куда выбросило-то? А почему выбросило? Там такая классная, блин, это еврейская семья была. Подожди, может нас сейчас подгрузит? Ну куда нас подгрузит тобой? Я не знаю, куда подгрузит. Не лагает и не пингуется, да? Страна низкого пинга. Низкопингующий президент страны. Это что? Это где? Это у меня пустая. Я тоже вижу просто. Давайте посмотрим на эту комнату. Ой-ой-ой. Что это? Что это из него торчит, бля? Шуля, что происходит? Тут кого-то избивают. Слушай, ты мне скажи, как он... Я мистер Красный. Да, ты мистер Красный. Красный, писки, красный. Нет, нет. Ты цыпа, давай. С цыпленком я замучу. Ох, нихера себе цыпа вырубила. Слушай, как они дерутся так мощно? Кто дерется? Как они так дерутся мощно? Смотри, за плащ схватили. Ты какого вообще цвета? Это я бежевая. Вот это я. Я держу лису. Помогай мне с лисой. Да меня не бери. Это мой плащ. О, нас двоих. Нет! Я думала, нас двоих. Отомсти за меня. Так ты же... А! Слушай, как они так вырубают? Давай, прыгай, клоца. О! Шуля, что со мной делают? Он неадекватный, ёпта. Слушай, как ты так выгнулся? Ты просто под удар попадаешь. Что, блядь, происходит, ёпта? Слушай, опять ты выиграл? Я полежу дальше, ёпта. Чувствуешь? Это знаешь, как вот эти вот рекламы, типа, мы увеличим ваш член на 14 сантиметров за 10 секунд. Пожалуйста, натритесь этой мазью, потому что Прасковья Николаевна рекомендовала это делать. Втирайте яд можжевельника себе между ног. А да, всего одно средство увеличит ваше достоинство. Ваше достоинство. Ну, понизит вашу самооценку. Прекрасно, да? Вот, втирай и за 10. Сейчас спросят, откуда ты, Олег, эти рекламы знаешь? Я не всегда пользуюсь Adblock'ом. Может, потому что к нам когда-то обращались, помнишь, по рекламе? Бля, смотри, мы как с тобой в общественной маршрутке. Слушай, как он так быстро вырубил, я не могу понять. Вообще, офигею, тут что происходит, бля? Вы что, бичи делаете, ёптры? Что-то нас ногти, как? Так, а ну иди сюда, ты голубой. Не хочу играть с тобой. Ты голубой. Права, я сбросила голубого. С тобой. Тебя пытаются? Это да, я красненький. Я держусь за его, блядь, лысину, кролик сраный. Я не могу с этим пингом даже запрыгнуть куда-то. Если я коллектором был бы. Лишь, понимаешь? Давай долги плати, падла. Ты не можешь запрыгнуть. Я пузиком. Нет! Жуля, давай, сука, если мы умрем с тобой вместе. Тираннозаврик, блядь. Вообще-то он лисичка. Что ты хочешь? Тираннозавр. Польский тираннозавр Хекс. Хекс? Ого! Ох, нихрена себе, Дашульч. Ничего себе, сколько... С нами играет. Киноджи. Вот диван Киноджи, детка. Где твоя конфетка? Криш Халам. Я достану свой световой меч. Который увеличил на 12 сантиметров. Это Эра Бичес. Это просто такой рэп. У меня уши сейчас... Мастер-шеф зашел. О, тираннозаврский повод. Олежа! Выбросила, ублюдок. Нас не выбрасывают, нас, видимо, кидают на другие сервера. Может, тут хост может как-то менять эти сервера? Может, не надо? Знаешь, это ту-ду-ту-ду-ту-ту-ту-ру. Здравствуйте. Мистер Маржаш был. Да, ну не вообще. Мистер Маржаш был няшным. Как лежать, как лечь? Олежа! Ты выжила? Нет, я упала с тобой вместе. Смотри, смотри, сейчас. Ему шапку сбила. Шапку сбила. Ровно 5 минут назад.
Леша, я с тобой не буду разговаривать. Пиц зашел ровно 5 минут назад. Поиграл. Офигел. Оп, смотри, они тут реально что-то творят безумно. Слушай, хитропопые какие. Они, ты понимаешь, что они везут сосиски? Да, и поэтому упала одна лисичка. Два мятных ост... Ты какого, ты за кого? Беги. И он сказал, беги. Он сказал, беги. Эй, слышь, лысый, давай это самое, может, проиграем сейчас. А лысый вон, похож, смотри, знаешь, на кого? Вон там лисичка, пока... Вон мы катимся. Мы скатились. Это топ Ютуба, это самая верхушка. А мы вон там, видишь, там вот лисички. Это вот устоявшиеся топы Ютуба. Они лежат. Смотри, какая попа. Ты попу, да, видишь? Смотри, лиса скатывается. Блин, это преграды. Это преграды в виде хейтинга. Преграды в виде тяжелых моментов жизни, которые нужно пережить. Это называется жизненные конкуренция, проблемы. Друзья мои. Вы видите сейчас конкуренцию на Ютубе? Вот как оно все выглядит. Это не все так радужно, как вам кажется. Можно разделиться на два лагеря. На защитника своего кумира и на хейтера. Сейчас непонятно. Видимо, один блогер зашел со... Это машина, это фура с дизлайками. Смотри, видишь, фура с дизлайками. Мы не знаем, куда доехать. То есть, кому из блогеров она сейчас будет ехать? Давай, херачу, давай. Чифи. Чиф у нас получается топ. Пипец, нас бросает туда же. Вон кофеин играет с нами. Да, мы все вместе играем, получается. Знаешь, мне кофе не нужен. Ты мой источник кофеина. У меня вон там чашечка кофе стоит за спиной. Она меня так манит. Запахом кубинского рома. Сейчас на ринге я покажу. Наш 8? Я как Серег, я как кинг-ринг, я самый лучший. Алижа, нас 8. Что? Нас 8, ты понимаешь? 7. Мы курить не бросим по статье 2228, понимаешь? Ничего не... Да что ли, кого-то выбрасывают? Я вижу, но не меня, я бежевая. Я вижу всегда как... Блядь. А ну идите все сюда. Не закрыли рот самым гуманным способом. Алижа, тут такой какой-то секс происходит. Я просто секси, бич. Я мистер сантехник. Сантехникус дип. Так, а ну иди сюда, подожди-ка. А тут клавиатура не работает, да? Работает. Давай, нет. Давай, дракон, дракошу, дракон, смотри. А, нет. Это не дракон, это динозаврик. Олежа, почему мы с тобой лежим? Я не знаю, я вообще волочусь по полу. Я как будто половая тряпка, половая. А что это за групповухи? Меня что, выбросили? Да, а я еще лежу. Нет, не смей спихивать, я жива. Не спихивай меня, уродец. Нашульку, пожалуйста. Нет, я вылетел. Нашуля, залезай на ринг. Я упал. Зеленый человек, походу, просто попутал рамсы. Смотри, что делается. Три. Голубой выиграет. Голубой вагон качается. Едем мы с тобой на Игромир. Радость ведь там не кончается. Кому? Ты видела, как он его жахнул? Да я видела, это какая-то вообще наркомания. Вообще просто пипец. Люди поняли. Пушка просто показывает настроение. Люди поняли, что тут лучше не играть. Ну, кофеин и киноджи. Нам просто везет, у нас топчик получается остался. Польский тираннозавр, кофеин, какая-то Дарья Райан и Брейндит. Ах, себя ты, значит, грамотно прочитал. Ты знаешь, что ты хитрожопик? Я знаю. О, какие пинги тут. Поднимать вверх. Игрик, зажимай курочки. Игрик, куда ты полез? Есть, это я бежевая. Нет, а вот нет, спокойно. Это я, ты за мной бежишь. Я понял. Так, давай. Голубого Бисон. Сбросили. Что ты там делаешь, эй? Так, а ну лучше двое против меня, Олежа. Ай, мы легли, Дашулька, только... Я понимаю. Ой, бля, да ой, нас тут все плохо. Нас тут... Это я, да не бери меня. Я взял кого-нибудь. Давай цыпочки. Давай, курица, блядь, иди на миг. Я кипарик его забрала. Че, у меня зависло все? Олежа, помоги. Ой, так эпично, мы зависли, как в гребаной матрице. Олежа. Connected from the server. Тебя выбросило? Да, представляешь. Так, подожди, меня что-то еще... Пригласить. Так ты еще жив. Ой, я тут, у меня тут плащ мандражирует, сейчас. Тебе надо меня пригласить. Я понимаю, но меня надо само... Ой, если можно, так давай я тебя выброшу. Я тебя выброшу. Я куда-то зашел к тебе. Так ты у меня? Я зашел через Steam. А, хорошо, тогда ты... Подожди, у меня тут эпичное сражение, мы за твое тело сражаемся. Я лежу бренным грузом, понимаешь?
Я не могу за твое тело, я хочу твое тело оторвать. У нас тут секс втроем получается. Я хочу твое тело оторвать. Я хочу твое тело оторвать. А потом его ментам сдать. Ух ты, ну ты улетел с ним. Вот и с него сбросили. Слушай, я двоих держу, а меня ударили. Слушай, мы тут с тобой вообще, по-моему, зажаты. Так, вставай, идиота, кусок. Вставай. Вставай. О, есть, я жива. Вставай. Тихо, 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 тихо. Мне наливай. Вставай. Проваливай. Проваливай. Так вставай или всё, проваливай. Всё, есть. Jarvia Rain wins. Yeah. Fatality. Есть, я победил. Так ты с нами, да? Элемент какой-то с вами. А ты с нами? А я где? А где а ты я, Нет, ты появишься, тебя не видно в этот... В этот момент я выиграла. Yeah! Шуля, по жизни, ты понимаешь, ты нагнула стайку шакалов, разъярённых геймеров. Знаешь, звезды рестлинга уходят из рестлинга и идут играть в Ганбистс. Почему бы и нет? Где же свои навыки еще можно исполнить? Маршрутки. О, ёпта! Маршрутки, навыки. Давай вот этого зеленого давай выбросим. Давай зеленого. Так я его выбрасываю. Выбросим с тобой. Выбрасывай его. Давай. Олежа! Меня за жопу взяли. Да Шуля, ты Шуля, Олежа, ты понимаешь, меня что мы не вернемся? Я понимаю. А тебе надо куда-то возвращаться? Сюда. Я, по-моему, желтого его оторви. За печень хапнул. Желтого оторви от меня. Желтого от тебя оторвать сейчас? Да. Желтый. Тихо, тихо, тихо. Ты на пиздарик. Ой, давай, выбрасывайся. Да я не могу их выбросить. Эй! Петуха разжатся! Где его ноги, где руки петушка? Желтого! Что это было? Ты видела, как мы улетели? Да. Что за what the fuck, мазафакер? Да Шуля, давай, тяни его. Тихо-тихо. Да давай же, пинг дебильный. Меня петух не сдается. Меня ударит. Я вижу. Тихо-тихо-тихо-тихо, уродец. Ты что думаешь? Даша пытается сделать петушком что-то больное, но, видимо, петух из KFC не поддается. Нет. Поклоннику хорошей, здоровой пищи. Иди нахрен, говорит Даша. KFC-шнику, давай, иди. Нет. Петушок говорит, жопу твою здоровую пищу, иди отсюда, человек. Господи, как обидно. Смотри, слушай, а что там происходит? Что делает, бля? Он что, ремонт косметический? Он какой-то маньяк гребаный, взял лестницу, выбросил. Слушай, нас уже семеро. Да, как козлят. А где же наш восьмой? Семеро козлят. Я зато я на втором месте. Да, ты на втором месте. О, да, детка. О, нет. Да что ты с кипариком ко мне прицепился? Вот тебе. Олежа! Ты человеческую многоножку замутил. Олежа, это мой. Нет. Я не вижу ничего. Что ты меня за плащ схватил? А? Шулька, прыгаем, я тебя держу. Давай, бери меня, я с тобой. Так я тебя держу. Прыгай, блин, да прыгайте, ублюдки. Помоги. Прыгай, мать твою, прыгай быстрее. Помогите. Прыгай, блин. Петуха бей. Какого петуха бей? Петуха бей. Я жива? Ты жив? Нет. Ай, подожди, я, по-моему, лежу. Я вижу, да. Там... Вставай. Будем? А, тебя могло оглушить, в принципе, ты сейчас встанешь. Вставай. Вставай и быстро всем надавай. Ну же, Дашуля, вставай. Дашуля, давай, вставай. Нет, все. Уже всем на... Я уже все. Но остальные еще бегают. Давай, быстро давай, вставай. Чудненько. Сейчас лиса, я на что упор? Он хотел, наверное, за лампу ухватиться. Это прикольный момент, кстати. Сейчас посмотрим, получится. Мне даже интересно, что будет. Две лисички. Да не получится. Интересно, что они могли не поделить там? Какую-то косметику, наверное. Или лиса. Ты думаешь, только о, косм... о, там кого-то чпокали. То есть ты думаешь либо о косметике, либо о лисах? Да. А что может нравиться лисе? Если ты же зажмешь левый курочек, то ты узнаешь, кто из кто. Да. Play Terranovar. А, Terranova. Terranovar. 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 Все. Все? Нет, не все. Я думаю, что он победил. Ты что ли? Нет. Не, ух, не. Размножил. А мне не показал. Мне тоже не показало. Я просто вижу ничего. Я вижу, что он что-то там с этим с дверью. А у меня камера не двигается, а он просто лежит. А, то есть, а я слежу за голубым. А, тут можно переключаться, слушай, курочками. Мать, точно. Кепка, смотри. Ты на кепку переключился? Да, Киноджи победил. Обнимая столб, Киноджи побеждает. Такой довольный. Такое впечатление, что это из конструктора Лего было выложено. Кто? О чем? Кто из конструктора Лего?
Где? Я не наркоман. И он нищий. Да, я тут хотел сказать. Нет, о, я люблю это. Да, как это ложиться, будет, слушай, вспоминай, как ложиться. О. Я лег. Если я что, лежу. Лег. Нет. Так, едет? Уже, скоро. Новый год. Я держусь, наверное. Я не знаю. Тихо, ложись. Я не знаю. Шлёпанная машина внутри. Что? Где мы вообще? Мы живы? Я жива. А я где? Я жива. Дашулька, держись. Я упала. Дашуля, держись. Я сползла. Я сползла. Кепка у тебя упала. Вообще. Я не где вижу. Где я? Я не знаю, где я. Ты, наверное, упал. Вот ты. Да? Бля. Пока. Нет, не надо. Я не могу. Я не проложу под машиной. Я очень толстый. Я не могу. Блять. А что я прыгаю, как шарик попрыгун? Да. Ты покатился, он со мной рядом. Смотри, видишь? А? Это зазвезделся. Он бился головой о грузовик с дизлайками. И скатился, а-за-за. Затролюблен. Еще одну карту. Нет, еще одну карту, и в принципе, да, можно. И кончать. Надо сделать уже. Что? Как в ролике, помнишь? Кончай, Борис, кончай! Че у него счет? И потом кончай. Ты мне скажи, что у него счет уже 3. 4! 4. Он раз. С чего это? С чего это вдруг? Motherfucker fucking real. Мы сейчас не играем. Apple Pen, так это называется Motherfucker fucking real. Видишь? Разница. Понятно. Это звонок. Я спать хочу. А как Джимми Чу? Джимми Чу. Дашуль, я тебе принес, держи. Ты очень просила. Это новый AirPods, наушники. Держи. Затычки без проводов. Подожди, а у меня нету этих, я не вижу их. Мне не отображается. Ты конусы носишь? Да, сейчас тебя. У меня их нет. Ой! Было! Это что за танцы? Что это такое? У меня нету конусов. Дашуля, не шали, Дашулька, почему меня выбрасывать? Выброси кого-то другого. Я тебя за пузико взяла. Что это за поза? Орлигина, Орлидон. Что? А у меня не отображаются поезда. У меня их нет. А я-то жив. Привет, хер. Ах ты. У меня не отображается, ты потом у меня посмотри, у меня ничего нет. У меня нет объекта, вы просто невидимые летаете. Невидимые объекты летают. И кто из нас тут употребляет? Слушай, ты мистер Рэпчик. Hey, I'm Mr. Rapchick, I'm a mama hustler, I'm AK Brain Dead. Никогда не бдит. Хорошо, что я слушала в детстве рок. Я могу и так. Нет, так не могу. Ты так не можешь, ты очень быстро посадишь голос. Мать его, гроу. У тебя голос сел опять, хрипишь, да? О, его поезд унес. Слушай, мне вообще не видно. Сейчас, ребята, надо прозреть. Да, ребят, тут вот эта вот жесть ушная, которую вы сейчас слышали, это называется гроу, по-моему. Гроу, по-моему, ты знаешь, что я так могу. Я просто могу так немножко портить себе голосовые связки. Я тебе попорчу голосовые связки. Будешь чаем у меня отпаиваться с имбирем. Чай с имбирем. Я не люблю имбирь. Я забыла тебя спросить. Что они делают? Куриный поджопник. Давай, мистер сантехник и куриный... Давай, тащи его. Курица заложа. Бля. Все. Опять шеф победил? Шеф победил. Мы с тобой победили. Победила дружба. Я думаю, надо заканчивать. А если ты тоже хочешь победить, не забывай подписываться на канал Даши и на мой тоже. И ставить лайки. Лайки. Если хотите больше серии. Да. Все, ребятки. Все. Пока-пока. Пока-пока.